Девочки, еще раз показываю всем, кто еще не знает, как почистить электрический чайник. На вот такой вот чайник воды наливаем вот почти полный. Ну, оставляем место, чтобы кипеть. Добавляем вот такой пакет лимонной кислоты. Здесь у меня 80 грамм. Высыпаем в чайник с водой и кипятим. Затем эту воду сливаем в раковину и наливаем чистую воду, также вот почти полной, чтобы оставляем место, чтобы кипеть. Кипятим еще раз, сливаем эту воду, то есть как бы промываем чайник. И затем уже наливаем водичку, кипятим и пьем чай. Чайник идеально чистый, внутри становится... Вся накипь от воды уходит, чайник становится как новый. Лимонная кислота продается в магазине, в супермаркете, то есть в любом продуктовом магазине. Несмотря на то, что воду мы пропускаем через фильтр, все равно накипь в чайнике остается. То есть со временем она накапливается, и я делаю это периодически, где-то раз в месяц точно. Раз в два месяца, по-разному. Я смотрю по состоянию чайника внутри. Если появляется такой желтенький налетик, то сразу кипячу с лимонной кислотой. И затем промываю чайничек, еще раз кипячу чистую воду, чтобы промыть его. Вот я уже перекипятила и хочу показать вам, какой идеально чистый чайничек получается. Внутри он становится как новый. Все, теперь заливаем водичку и кипятим, и пьем чаек из чистого чайничка. Вот такой вот нехитрый способ, но очень эффективный. Чайник становится как новый. Вот такой вот нехитрый способ. Пользуйтесь, пейте чистую водичку кипяченую. Я пью только кипяченую водичку, сырую не пью. Все, включаю и кипячу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до встречи на моих видео. Всем пока. А также делитесь этим видео, кому понравилось, в соцсетях со своими друзьями. Пусть они тоже пользуются этим способом и знают его.